Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру «Эволюция мира юрского периода». Ну и как я вам с вами говорил в прошлой серии, мы отправляемся на свой самый первый остров для того, чтобы разблокировать все награды у всех служб наука, развлечения и безопасность. У нас ближе, скорее всего, наверное, будет наука, вернее, развлечение. Поэтому давайте брать контракты именно для них. Так что у нас уже есть контракт один. Вывести динозавра вида крихтонзавр с модификацией, да? Но у нас, по-моему, такого нет. И какой контракт мы еще с вами можем взять? Помните, шоу должно продолжаться, а контракт нам в этом поможет. Так, 5 звезд. Немножечко не дотягиваем мы, да? Давайте, наверное, пройдемся по нашим зданиям. Может быть, где-то надо будет просто больше дать им управление. То есть больше персонала для обслуживания. Надо будет пройтись, повспоминать, что у нас где. Потому что слегонца уже все это забыл дело. Давненько мы с вами здесь уже не были. Очень много времени. Ну, вот, в принципе, можно будет еще одного добавить на всякий случай. Чтобы были довольны посетители. Так, что у нас здесь? Магазин подарков. Ну, можно бы тоже еще одного добавить на всякий случай. Здесь у нас что? Магазин одежды. Здесь вообще мало посетителей. Фастфуд. Тоже мало посетителей. Тоже мало посетителей. Но в основном они все идут сразу прямиком к динозаврам. Так, у нас здесь кто-то есть. Эдмонтозавр. Выпускаем Эдмонтозавра. Время, в принципе, уже пошло. Так, крихтонзавр. Крихтонзавр. У нас есть вообще такой? Так, это не туда ткнул. Крихтонзавр. По-моему, у нас такого нет. Если ничего не путаю. За все это время мы такого даже с вами не выводили. Да. Не выводили. Так. И центр окаменелости. У нас здесь ничего нет. Значит, надо отправлять сейчас экспедиции. У нас доступно две. Где мне такого найти? Крихтозавра-то. Что-то как-то пока я такого не наблюдаю. Да, такого у нас нет вообще. Он даже не открылся, поэтому я не вижу смысла вот именно вот в этом контракте. Давайте зайдем по контрактам. Гены дизайнера. Вот это вот надо будет разорвать. Окей. Ну и возьмем новый контракт. Мой вам совет. Берите контракт. Стигемолох. Так, стигемолох. По-моему, стигемолох у нас есть. Предыдущего. Таков мой девиз. Так что тут настоящая жара начнется, когда вы получите этот геном. Знать бы еще, что это такое. Стигемолох. А, тоже его нет. Но, может быть, он открылся у нас на карте, потому что вроде я помню, что мы что-то такое наподобие открывали. Задание получено. Так, кормушки пополнили. Здесь, получается, у нас очень большой загон для хищника, для одного. Ну да ладно. Так, время уже почти закончилось. Стигемолох. Давайте попробуем найти его на карте. Стигемолох. По-моему, был стигемолох. Если нет, то опять, получается, мы с вами не сможем выполнить это задание. Стигемолох. Я просто скажу это. Мы с вами потрясающая команда. Скажи, скажи. Ресторан разблокировали, хорошо. Стигемолох. Ну вот, получается, опять я такого не вижу. Вот здесь вот есть стигемолох, но здесь очень много всяких видов.
И здесь тигемолох есть. Ну давай тогда сюда отправлять. И вот сюда отправлять. Это получается очень долго. Мы с вами будем ждать этого генома. Значит, надо пытаться выполнять какие-то другие еще контракты. Так, разблокировался ресторан. Хорошо. А у нас какие-нибудь исследования есть? По-моему, я здесь все исследовал, что можно было. Да, нового ничего нет. Это у нас как раз разблокировался ресторан. И больше, в принципе, ничего. А, попытаться выводить в 5 звезд. Ну, это знаете, как надо делать? Это надо выводить динозавров с модификаторами. Тогда у них рейтинг будет подниматься, и тогда здесь у нас будет все отлично, потому что здесь как бы все прекрасно у нас. Надо только разобраться с пищей и напитками, вот немножко не хватает, да? А куда наш народ часто ходит? В принципе, здесь, но здесь есть фастфуд, тут никто не ест. Здесь есть фастфуд, но что-то почему-то тоже, опять же, никто не ест. Сюда... Смысла не вижу, чтобы куда-то ходил кто-то. Давайте попробуем поставить еще один фастфуд, но я не вижу, опять же, в нем никакого смысла. Либо поставить ресторан. Вот ресторан еще ладно, куда ни шло. То есть... А. Вот так он зацепляет. Мы сейчас попробуем вот эту вот дорогу модифицировать. Так, тут помехи. Тут помех нет. Ну, как-то так, пусть будет. Так, прибыль окаменелости. Трицератопс. Во, стигемолох, отлично. Есть уже один геном, но его надо 90%. Так, это на продажу. Это тиранозавр Рекс. Ну и снова отправляем экспедиции туда же. Жалко, конечно, что у этого стигемолоха получается нет нормального места, где поменьше всяких скоплений динозавров. Но ничего не поделаешь. Значит, будем выводить, получается, мы с вами модифицированных. Допустим, вот здесь нам нужен цератозавр. Попробуем выпустить модифицированный геном. Цератозавр. Денег вроде у нас хватает. Ой-ой-ой, а как отменить? Серьезно? Уже все, да? Уже нельзя отменить. Ладно, давай пока сюда. Хотел залезть в геном, получается, я что-то попутал. Саванна зебра. Давайте использовать вот этот вот геном. Здесь у нас 8%, 15, 8, 12, 28. 16, 9, 15, 17,5, 28. Так, здесь получается у нас... Агрессивный инстинкт выше всего. Ну а здесь 16, 9, 15, 17,5, 28. Ну и сколько ты, зараза модифицированная? 1,5 ляма стоит. Выводим. Здесь по ячеечкам давайте поставим шанс на успех. Так, все. Пусть выводится. Здесь, значит, мы смотрим с вами, кто у нас имеется. Так, прибыль окаменелости. Хорошо. Так, эдмонтозавр продать. Струтямим продать. Нам никогда не помешают средства.
Это наш шанс немного заработать. Это можно будет сейчас выполнить. Тоже задание ученых Иридий. Вот еще стигемолох. Анкилозавр. И опять те же самые места. По зданиям у нас 5 звезд, все прекрасно. Надо будет теперь только разобраться с динозаврами. Здесь, в принципе, все устраивает, здесь только не хватает рейтинга звезд динозавров. Вот и все. Попробуем здесь добиться все-таки 5 звезд на этом острове. Он самый легкий. Контракт еще возьмем, значит. Что, у нас нет контракта нормального? Странно, да ладно. Так, значит, ну вот, в принципе, он провалился, получается. Отбраковать. Попробуем еще вывести еще раз за 1,5 ляма. Ну и здесь у нас струтиамимы есть, да? Начнем, наверное, с них. Их аж 4 штуки. Выводить будем двоих, и двоих продавать потом будем. У нас вроде штрафов никаких нет. Да, все прекрасно. Ну вот, рейтинг уже поднялся по пище. Осталось только поднять рейтинг по шопингу. Давайте посмотрим, что у нас по шопингу хорошо. По шопингу у нас, по-моему, были вот самые отличные, это магазин одежды. Давайте попробуем его куда-нибудь сюда, наверное, запихать. Но здесь из-за того, что проблема с ландшафтом, да? Так, ну здесь тоже, в принципе, проблема, но эта проблема не проблема. Потому что сейчас мы тут водоем закроем, заложим, засыпем. И можно будет поставить магазин одежды прямичком вот сюда. Отлично. Как-то, в принципе, так. Ага, это задание выполнили. Давайте теперь все-таки займемся введением струтиамима модифицированного генома. Да, это именно то, что нужно. Вы отлично справились с контрактом. Пусть будет саванна. В отделе развлечений вам больше доверяют. Все, включая меня. Отлично. Так, минус 7. Это живучесть, да? 9% рейтинга. 9, 12, 28. Использовать. Нет электричества, но это магазин у нас с вами. 8, 15, 28. 9, 9, 28. Мне таких надо 2. 75. И такого же за 75. Здесь ставим ячейки. Шанс успеха. Так, уже сразу один отбраковываем. Это плохо. Так, электричества не хватает. Давайте, наверное, проведем просто обычную маленькую подстанцию куда-нибудь вот сюда, да? Вот прям сзади поставим, в принципе, почему бы и нет. Так. Один уже готов. Отлично. Давайте сначала пока разберемся с окаменелостями, потом дальше пойдем. Значит, эдмонтозавр, хороший геном, но у нас он уже есть. Опять эдмонтозавр на продажу. А почему? У нас проблема с электричеством. Да, у нас просто тупо проблема с электричеством. Давайте вот что мы сделаем с вами. Во-первых, здесь модифицируем выработку электроэнергии
на 2.0. Защита от отключения на 3.0. Она же доступна в своей модификации, почему бы нам ими с вами не воспользоваться. Защита 3.0. Выработка 2.0. Все, проблема с электричеством мы с вами разрешили. Но все равно потом потребуется нам с вами еще электростанция. Так, а я не отправил, по-моему, экспедицию, да. Я красавчик, как всегда. Забываю про это дело. Одна, вторая. Так, все, эти поехали. Что у нас здесь? Значит, мне нужен этот динозавр. Выпускаем. И, кстати, можно его будет посмотреть. У него же будет какая-то другая расцветка. О, какой злобный. Так, ну и давайте этого выпускать, что он тогда тут там сидит. Обычный. В принципе, путь не должно там... всего лишь совокупность множества случайных, подчас хаотичных шагов. И вы только что сделали его. Шаг. Разблокирован остров Исла Нублар. Угу. На этом острове. Этот остров был землей чудес и жизни. Невозможной, первобытной, инстинктивной, хищной, доисторической жизни. И смерти. Вот истинное наследие Исла Нублар. Не мечта Хаммонда о парке юрского периода, а нечто гораздо более подходящее. Так, подсвеченные объекты острова. Песочница. Создавать идеальный парк без каких-либо финансовых ограничений. Ох ты. Вот это круто. Без контрактов и заданий. Можно не отвлекаться на задания отделов и репутацию в них. Сохраняйте прогресс. Используйте динозавров. Здания и улучшения открыты на Лас Синка Муэртас. Но пока мы остаемся здесь. Пока мы остаемся здесь. Мы еще не все разблокировали с вами, поэтому пока работаем над этим. Так, у вас по комфорту все отлично. Да, Исла Нублар был разблокирован, потому что вот 4 звезды там, по-моему, требовалось. Но мы попытаемся с вами выйти в 5 звезд. То есть сейчас двоих струтиамимов мы с вами усыпим. Так, добавить задачу. Струтиамим раз. Это не то. А где еще струтиамимы? Где они лазят? У меня их 4 штуки, этих струтиамимов. Но это все не они. Во. Отлично. Так, и прибыль окаменелости. Что это сейчас было? У нас вроде как бы здесь не говорили, что будет шторма на этом острове, поэтому не отвлекаемся на все это дело. Это на продажу, это извлечь, продать, извлечь, стигемолох, извлечь, продать. Опять сразу туда же. Получается, они добывают все только с одного острова. Нет добычи сразу с двух островов. Так, выпускаем и, наверное, посмотрим на него, потому что вроде мы как его не видели. Хотя, может быть, с такой расцветкой и видели. Не помню, если честно, поэтому давайте просто посмотрим. Зелененького, по-моему, у нас не было еще с вами. Так, ну и сразу второго выпускаем. Так, мне нужна вертушка, чтобы этих продать. Выдвигаюсь забрать актив. Отлично.
Так, двух струтимимов мы с вами усыпили, продали, и все прекрасно. Рейтинг у нас уже растет, это замечательно. Благосостояние кому-то вот не нравится. Значит, что-то у кого-то плохо. У этих все по стольнику. Популяция большая, не нравится Дракорексу. А раз Дракорексу не нравится, значит, надо, получается, еще двоих струтимимов усыпить и тоже их продать. Они, в принципе, вот здесь обитают. Давайте попробуем, пока они здесь все стоят. Так, это у нас модифицированный. Это обычный. Это, по-моему, тоже обычный. Так, у этого все нормально. У Дракорекса все восстановилось. Замечательно. Мы еще двоих продадим, чтобы они тут не особо парились с этим вопросом. У них просто популяция прям на грани. Ну, а мы, в принципе, можем с вами... еще одного Эдмонтозавра продать, потому что Эдмонтозавра хватает и одного, насколько мы хорошо все это дело помним. Сейчас еще одного усыпят и продолжим дальше заниматься выполнением заданий для отдела развлечений. Так, все, усыпили. Все, прекрасно. С этим делом мы с вами тоже разобрались. Дальше, значит, у нас откроется центр инноваций и Синоцератопс. А вот этот Крихтонзавр, который пока заблокирован. Поэтому его и нет, потому что он заблокирован. Значит, попробуем взять еще какой-нибудь контракт. С вами всегда приятно работать. Ну, давайте попробуем это сделать, но я, правда, не вижу в этом никакого смысла. Ну, раз требуется, то есть требуется, мы сделаем. На этом острове, в принципе, можно сделать, потому что он... тут все рядышком располагается, все, в принципе, скомкано. Где-нибудь там по центру поставил и большую область закрыл. Так, прибыль окаменелости. Сразу все это дело мы с вами. Это Дракорекс. Дракорекс. Трицератопс. Тарозавр. Это все не то. Это все не то. Вот они сейчас будут тут очень долго делать это дело. Очень долго это дело делать. Штормовые, значит, да? Ну, давай посмотрим, во-первых, какая у нас область. А область у нас очень маленькая, потому что всего лишь одна, да? Ну, хорошо. Это нам надо будет, получается, в инфраструктуру лезть. Благодаря вам, отдел развлечений становится настоящей жемчужиной всего предприятия. Да ты что? Посмотрим, сколько. Наверное, потребуется, наверное, еще одна. Хотя, может быть, этого, в принципе, вполне хватит. Потому что одна уже закрывает 32%, то вторая, блин, по-любому закроет еще 30-ку точно, если не 50%. Так что с этим пока все. Так, где эти психованные? Да. Вы прямо-таки обрушили на этот контракт гром и молнии. Да-да, обрушил. Так, берем следующий контракт. Выполняйте запрос. Вы серьезно, блин? Так и будете прикалываться? Странно. Ну да ладно. Ничего не поделаешь, придется ждать. Походу, видать, кнопка зависла, поэтому, мол, сейчас с этим будут проблемы у нас. Либо перезагружаться, либо просто помотаться между островами.
и все будет отлично. Так, тираннозавр Рекс. Так, стегемолох. Ну его надо 90% геном офигеть. Так, что у нас с рейтингом? Здесь все прекрасно. Шопинг более-менее нормально. Веселья не хватает немножечко. Видимость динозавров плохая. Рейтинг транспорта тоже не очень. Но рейтинг транспорта мы с вами уже можем поставить, допустим... Во-первых, монорельс. Во-вторых, поставить наши гидросферы, да? Гиросферы. Вот мне вопрос интересует, а среди хищников я могу такое же сотворить делом? Будут ли они нападать на эти сферы? Это очень интересно. Давайте сначала мы займемся таки транспортом, да? Здесь мы, наверное, не сможем поставить никакую станцию. Ну, где-то вот здесь, кстати, есть проблеск. Так, и... Вторая где-то у нас будет вот здесь. Блин, тут вот ограничение рельефа, мне серьезно. Мне не нравится, как они сделали заморочку с этим рельефом. Проще было бы вообще с этим не париться вопросом, а сделать на автомате. То есть ты строишь здание и в принципе здание само добавляет нужный тебе рельеф, чтобы вообще не париться этим вопросом. Вот это было бы правильнее всего. А вот так как сделали они, заморочку с рельефом, блин, ну это просто не нужно вообще зоопарка, трата времени и, как говорится, трата денег. Так, наверное, как-то с этой стороны поведем. Но давайте сначала мы, во-первых, дорогу раз. Во-вторых, дорогу два. А в-третьих, у нас не хватит электроэнергии. А, нет, почему хватит? Хватит. У нас просто не хватает именно вот в этой зоне. Да, нету, получается, у нас подстанции никакой. Но это дело поправимое. Ну, поставь. Я тут знаю, есть какое-то место. Так, отлично. Ну и незаконченный, получается, есть путь. Подними, пожалуйста, наверх. Отлично. Есть один законченный путь. В принципе, это нормально. Я даже не знаю, куда еще поставить. Там дальше, наверное, будут они пешочком. Ну и если плохая видимость, то можно будет... Хотя 100% рейтинг транспорта повышается. Благосостояние не нравится. Почему-то у кого-то опять какой-то дискомфорт. Так, у этих вроде все... А, здоровья у него, кстати, очень мало, да? Наверное, одной кормушки не хватает. А, так сейчас уже тут проблемы будут с кормушкой. Подхожу к кормушке. Давай, давай, давай. Все ясно. Все ясно. Где мои рейнджеры там? Давайте добавлять модификаторы все, которые у нас есть. Трицератопс у нас умер. Трицератопс надо будет убрать, но трицератопс потом надо будет вывести в срочном порядке. Направляюсь забрать актив. Трицератопс. Ну, давайте вот как раз выведем модифицированного трицератопса. Почему бы и нет?
Так, типовый ген бесплодных земель. Здесь у нас 16, 9, 15, 17, 28. 8, 9, 8. Ну, тут остается, получается, тот ген, который у нас имеется. Так, и он будет стоить 430 тысяч. Не проблема. Так, либо... я думал, еще один какой-то сдох, но нет. Все в порядке. Так, 100, 100. Вот ему как раз не хватает. У них общительность, кстати, очень падает. Поэтому я предлагаю какого-нибудь цератозавра тоже усыпить и продать. А можно, кстати, будет обоих и продать. Они нам здесь, в принципе, нафиг не нужны. Так, здесь центр, значит, тоже модифицируем. Планирование. Планирование. И планирование. Ну и рейнджерам нашим тоже надо было добавить планирование. Я не успел, пока у нас был мертвый динозавр. Хорошо. Так, рейнджерам можно будет добавить задачу. Они, кстати, уже выполнили эту свою задачу, да? Принимаю запрос на пополнение кормушки. Отлично. Так, прибыль окаменелости. Стигемолох. Выпускаем, значит. Ну, мы его уже видели, поэтому смотреть не будем. Так. У тебя общительность сейчас как раз будет нормальным. Его, в принципе, тоже даже можно было одного оставлять, но да ладно. Пусть будет. Мы с вами добиваемся рейтинга 5 звезд у динозавров. Здесь штраф благосостояния. Вот это вот плохо. Так, эти, наверное, уже двое спят, да. Продать. Требуется забрать актив. Продать. Забираю актив. Значит, у тебя благосостояние отличное. Все. У всех все отлично, поэтому рейтинг, по идее, должен пойти вверх. Штраф у нас уйдет по благосостоянию через какое-то время. И все будет, в принципе, окейушки. Так, ну что там с контрактами? Так все и повисло, да? Так все и плохо. Да, выполняется запрос, выполняется запрос. Это меня не радует. Мы получили новое предложение. Не будем медлить. Нет, не хочу. Вот такие контракты выполнять я не хочу. Давайте тогда мы сейчас, наверное, прервемся с вами. Я попытаюсь либо перезагрузить игру, либо просто между островами побегать. И, может быть, этот запрос уйдет, потому что ну, это какой-то бред, серьезно. Он ищет какой-то контракт, он повис, и все. Я не могу брать дальше контракты. Меня это не радует совсем никак. Попытаемся сейчас эту проблему с вами решить. Ну что ж, отлично. Я, получается, смотался на другой остров. И у нас проблема эта решилась. Мы теперь контакты с вами можем снова брать. И давайте запрашивать новый контракт. А, опять такая же проблема, да? Ну, в общем, непонятно в чем. Нет, все отлично, появилось. Это реальная возможность помочь отделу развлечений. Так что 75%. Да давай попробуем. Новый геном, абсолютно новый. Я не очень понимаю, что такое геном, но если это что-то новое, я за. Новое, правда? Ну тогда отлично. Так, у нас здесь ничего нет. Да, я на острове на втором, на нашем, где шторма. Там немножко не хватало для того, чтобы разблокировать новый вид динозавра. Но судя по его выражению лица и морде, это у нас хищник.
Поэтому мы сейчас будем его исследовать. Ну и нам нужно получить просто геном. Так. Тиранозавра Рекс 100% уже геном. Продать. Продать. Продать и продать. Немножечко мы с вами еще не добились пока Струтиамима. У этого, как его, Стигималоха. Отправляем, значит, Стигималоха сюда, сюда и сюда. Ну и нам нужно, получается, сейчас дождаться... Давайте попробуем Таразавра, что ли. По-моему, у нас такого не было еще. Может быть, там получим его. Геном какой-то. Так, центр исследования. Ну, тут мы сейчас уже поставили на исследование, нет? Все должно быть нормально. Отлично. У нас просто еще есть две доступные эти... как сказать, два отряда научных исследователей, так сказать. Как-то так получается. В общем, сейчас добиваем до конца уже центр развлечений первым делом. А потом, скорее всего, пойдем по... Хотя тут одинаково, что по науке идти, что по безопасности. Просто у науки очень много требуется всего, да? Так, исследование завершено. Сейчас у нас прибудут наши... экспедиции, посмотрим. Так. Наверное, пойдем по науке. Как-то все-таки так. Да, появилось, получается, новое место у нас где-то. Тут так все вместе располагается. Окей, ладно. С этим чутка попозже. Контракты мы уже можем брать, и это меня радует. Я подумал насчет этой работы, и вы подумайте. Огромного? Окей, огромного, в принципе, это понятно кого. Типа брахиозавра. Или диплодока. Они огромные, скорее всего, будут у нас. Так, ну а по рейтингу, значит, по зданию у нас 5 звезд. Мы только занимаемся тогда, получается, именно динозаврами. Надо будет либо их этот... Хотя мы уже все разблокировали, правильно? Поэтому нам с этим вопросом даже париться не придется. Так, окаменелась у нас прибыль, еще прибыль окаменелась. В общем, все три экспедиции прибыли. Стигималох есть. Дракорекс. Это продать. Таразавр... Таразавр у нас есть, поэтому да, это не то. Еще Стигималох. Так, во-первых, давайте, наверное, поставим здесь, где мой центр окаменелостей. Улучшение по поводу размера хранения. Других все равно пока нет у нас. Так, с электроэнергией надо смотреть. 7 доступно. Скорее всего, придется поставить где-нибудь еще одну. Может быть, сразу поставить... здоровую электростанцию. Ну, вернее, здоровую, а среднюю. Вопрос-то, куда ее поставить? Она тут нигде, блин, не влазит, зараза такая. О! Но я боюсь, что здесь не получится провести дорогу. Не, нормально получилось. Отлично. Так, а чё я не отправил-то экспедиции свои? Как всегда, вот я вот молодец вообще. Так, значит, мне нужен Стигималох. Стигималох, и давайте кого-нибудь... Ну, давайте вот этого Митриакантаза... А, нет, мне нужен, получается... Брахиозавр Диплодок. Вот, сюда отправляем. Придется пока немножко подождать. Так, ну время, я смотрю, у нас уже заканчивается. Мы все равно в этой серии не успеем выполнить все задания. Тут, наверное, мы еще серии 2, наверное, будем сидеть. Так, ну а по контрактам у нас, по-моему, сейчас достигнут лимит. Мы сейчас не можем ничего сделать. Да, лимит достигнут, 3 контракта всего лишь. Ждем. Ждем экспедиции. Надеемся, что уже закончим в этой серии со Стигималохом. Осталось ему совсем немножечко, до 90% генома. Ну и потом отправим на уже... новый вид динозавра. Можно, кстати, попробовать хищника вывести.
Там есть два места, одинаковый тип. Так что попытаемся именно там, наверное, скорее всего, это сделать делом. Ну и пока все прекрасно у нас. Все замечательно. Все, в принципе, довольны. Это самый легкий остров. Откроется центр инноваций и новый динозавр Синоцератопс. Услуга безопасности — это прочность шкуры и центр безопасности. У науки это скорость извлечений, скорость инкубации, научный центр и крихтонзавр. Угу, окей. Окейушки, окей. Так, ну что там, еще пока ничего не прибыло, да? Ждем. Как у нас наши динозаврики, все ли всем довольны? Кстати, можно выпустить второго модифицированного. Отлично. Наблюдать, как вы работаете. Вот настоящее развлечение. Так, Дракоракс продать. Есть, отлично, центр инноваций у нас есть. Дракоракса продать. Продать. Диплодок. Брахиозавр. Вот, стигемолох. И стигемолох. Но, блин, опять же, не знаю, хватит ли на все это. Отправляем, значит, новые экспедиции наши. Можем вот отправить именно вот сюда. Здесь у нас Барионикс. И здесь Барионикс. Отправляем, значит, сюда две экспедиции и одну сюда. Может быть... То, что мы сейчас исследуем, этого хватит, в принципе. Так, у нас открылась с вами новая постройка. Центр инноваций. Развлекательно-образовательный аттракцион высоких технологий в доисторическом мире. Размер дохода зависит от репутации в отделе развлечений. Вот как. Видите, от чего доход зависит? От отдела развлечений. Поэтому мы сейчас с вами вот здесь тоже так же. Не то. Простите. Убираем здесь водичку. Электричество у нас там уже есть, так что попробуем поставить сейчас... Так, а это не здесь, это в инфраструктуре. Так, присутствуют, говорит, помехи. Какие помехи могут ему присутствовать? Здесь очень, получается, много дорожек, да, надо будет везти сюда. Давайте, наверное, сразу широкую, хотя узкая будет лучше всего подходить. А, не обязательно, да? То есть я могу, в принципе, вот так просто сделать, да и все. Одну провести дорогу. Я думал, надо будет несколько вести дорог. Ну, хотя это было бы... Правильнее всего, что ли, наверное. Так, ну и где-то здесь у нас, да, есть. А вот здесь я не вижу. А, как-то вот так вот. Тут уже помехи какие-то есть, ну и ладно. Не паримся с этим вопросом. Построили и построили. Так, прибыль окаменелости, значит, Рекса продаем. Вы отработали этот контракт на все 100. Так, я что продал сейчас? Давайте тогда отправляем опять сюда две экспедиции, сюда только отправим одну. А, так мы закончили, все уже. Блин, ну ладно уже. Закончили. Хорошо. У нас осталось последнее, да? Давайте попробуем взять еще какой-нибудь контракт. Может быть, он будет легенький. Давайте не будем спорить из-за мелочей. Центозавр. Отличный контракт. Ну, давайте возьмем. Все равно нам потом еще по службе безопасности выполнять. Нет доступных контрактов.
Ладно, хорошо. Я, скорее всего, наверное, продал, да? А, нет, я же геном выполнил, так что с этим-то все. Жалко, что у них еще нет контрактов. Ну, может быть, потому что сейчас, если этот выполнен... Нет, мне кажется, еще надо будет штуки 2, надо выполнять эти контракты. Я не знаю, почему, но у них пока еще нет контрактов. Наверное, потому что я вот этот контракт взял, службу безопасности. Циантозавр. А у нас есть вообще этот циантозавр? Циантозавр. А у нас такого и нету. Циантозавра у нас нет. У нас есть циратозавр. Циантозавра у нас нет, поэтому вот этот контракт мы с вами просто сейчас откажемся. Не вижу в нем никакого смысла. Разорвать и попытаемся получить потом через минуту новый контракт у отдела развлечений. Так, прибыль окаменелости, значит, отлично. Продать. Критозавр. Продать. 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 Так, все, с этим разобрались. Сразу давайте откроем экспедиции, значит. И сюда. Так, ну я же вроде все. А, еще прибыли, что ли? Серьезно? Ну давай. Да, стигемолох прибыл. Еще стигемолох. Какой-то земноводный, еще что-то. Все, с этим тоже разобрались. Новый геном. Надо будет получить новый геном. Контракт у нас есть. Уже, мне кажется, прошло больше минуты, да. Эй, я узнал про отличную возможность. Ее не стоит упускать. 1200. А сколько у нас сейчас имеется? Гостей. 1127. Немножечко, значит, не хватает. А это все потому, что надо тогда, получается, выводить еще динозавра. Так, здесь у меня сколько вот этих вот циратозавров? Циратозавр один. Давайте выведем еще одного. Я думал, я выводил здесь второго циратозавра, нет? Нет. Ну, значит, это где-то с чем-то спутал. Это, в принципе, возможно. Барионикс, новый жизнеспособный ген, это замечательно. Так, а здесь у нас какие-то есть недовольны, да? Дракорекс, у них популяция, да. И мне нравится, что здесь слишком много динозавров. Хотя пастбище, если честно, очень большое. Ну, загон, по крайней мере, да? Территория-то здесь маленькая, многое тут, в принципе, не выведешь. Ну вот, придется играть на роли хищников. Либо этих дракорексов убирать и ставить каких-нибудь других модифицированных. Либо дракорексов модифицированных, кстати, почему бы и нет. Так, прибыль окаменелости. Давайте перейдем к окаменелостям. Это изучается. Метриакантозавр. И еще. Так. А, еще одна не прибыла экспедиция. А, все, у нас уже будет, получается, геном стопроцентный. Ну, неплохо, неплохо. Зря тогда, получается, туда отправил экспедиции. Но да ладно. Значит, нам нужно 1200 гостей. Так, что у нас центр, какие приносит? Слушайте, лично мне плевать, сколько там у нас зданий. Но я давно понял, лучше меньше да лучше, это не для нас. Нам лучше больше, да? Да-да. Есть 3 здания уникальных для каждого соответствующего отдела. Научный центр, центр инноваций, центр безопасности. Центры для посетителей приносят доход в зависимости от вашей репутации в каждом из отделов. Вы можете построить несколько центров посетителей одного типа, чтобы получать еще больше дохода. Угу. Окей. То есть, если, допустим, у нас сейчас центр инноваций, да, по развлечениям,
хороший рейтинг, то если таких несколько построить, это будет очень большой заработок, да? Так получается. Прибыль в минуту 40 тысяч. Ну, получается, если второй поставить, то это будет сколько? 80? 90? А играет ли большую роль, что их, допустим, 2 на снижение стоимости? Может быть, и да. Так, ну гостей пока не прибавляется. Надо будет выводить динозавра. Что у нас здесь еще? Всего лишь 58%, 59%. Так, трицератопс. Но он у нас простой получается, да? Обычный трицератопс. Другой трицератопс у нас. Модификации у него имеются. Ну, хороший рейтинг. Но мне кажется, если здесь добавить еще одного хищника, то как раз 1200 мы с вами наберем посетителей. Так, ну я так чувствую, что мы в этой серии с вами не успеваем даже выполнить это задание последнее. Скорее всего, так оно и есть, потому что уже подходит к концу наше время. Прибыль еще окаменелости. Странно, почему-то не было изучения. Вот опять продажа. Я, наверное, подожду пока. Наверное, потому что они могут исследовать, что ли, получается. А, ну да, 6 из 6, все правильно. Так, это продать, это продать. 6 из 6 у нас, поэтому и не можем. Так, ну это, в принципе, должно хватить на 75%. Так, это мы все с вами видели. Надеюсь, 1200 посетителей сейчас это дело все наберет. Пока 1100. Пока, все, в принципе, все довольны. Не хватает только, получается, рейтинга транспорта низкий. Ну, давайте, получается, куда-нибудь сейчас сюда попробуем поставить. Так. Помехи присутствуют, мне это не нравится. Да ты издеваешься, слишком будет крутой изгиб. В чем заключается крутость изгиба? Отлично, молодец. Так, ну и дорога нужна здесь. Да, как я сказал, у нас получается из-за одного хищника сразу 1400. Неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо. Так, что у нас там с геномами? Может быть, уже все? Осталось всего чуть-чуть. Еще пока исследует. Я надеюсь, все-таки хватит 75%. Но если что, проблемы ночного экспедиции. Тут все уже исчерпали. Просто, чтобы куда-нибудь отправить. Так, время-время наш враг. Я просто хочу дотянуть уже до выполнения вот этого задания. Но получается, что нет, да? Нет, должно хватить. Вот этого последнего должно хватить, по идее. Там сейчас 74%, и это здание должно сейчас выполниться. Дела идут хорошо, но всегда можно и лучше. Обдумайте этот контракт. Да,
Отлично. Этот контракт мы с вами очень выполнили. Выполнение контракта по геному. Отлично сработано. Просто отлично. И здесь главное, мы закончили с вами. На фоне не казались придурками. Шучу, шучу. Или нет? И мы здесь с вами закончили. Отлично. Значит, в следующей серии уже будем разбираться с научным отделом и, если успеем, то со службой безопасности. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.